Самый большой единовременный заработок. Что просто на карту пилик. Я не знаю, тысяч. Я не хочу просто пиздеть. Ну, Но хотя вот что, бы. если единый, ну, не знаю, 200-300, может, падало так. Или в руки отдавали. Ну, это нормально. За Ну, разулик. я не жалуюсь. Сколько тебе нужно сейчас денег для комфортной жизни? Вот, это тяжелый, не то что тяжелый вопрос, опять же, здесь надо учитывать факторы. Грубо говоря, я снимаю квартиру, не снимаю квартиру. Если у меня своя квартира... Сейчас, вот на данный момент, вот сегодня. Для комфортных 300. Вот, 300 тысяч, я понимаю, это дорого звучит, недорого, а как крупно. И типа вы сейчас будете писать, что я зажрался, но я вот считаю комфорт, знаешь, вот у меня сейчас есть зона комфорта, в которой я нахожусь и типа хорошо себя ощущаю. То есть 300 это возможно что-то отложить, ну и вообще ходить на сигарете. Но, грубо говоря, я могу и на 100 тысяч, то есть тоже в этом нет ничего такого, но не скажу, что это прям комфортно. Типа, ну мне будет не хватать, условно, у меня больше половины суммы только за квартиру будет уходить. А 40 тысяч, да, я выживу. Но не скажу, что будет комфортно, потому что мне придется экономить.